Приобрели автомобиль? Поздравляем! Но что теперь? Куда идти? Где получить номера? А если нужны права? Как оформить все документы? И как быть со штрафами? Разобраться во всем бывает трудно. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь многие автомобильные заботы вы легко сможете решить в любое время, в удобном для вас месте. Закончили автошколу и хотите получить права? Или вам необходимо восстановить или заменить водительское удостоверение? Оставьте заявку на портале, и вам останется только приехать за готовым документом. Нужно зарегистрировать автомобиль или получить номера? Оформите заявку на госуслугах и приезжайте к назначенному времени. Без очередей и суеты. Кстати, не забудьте о неоплаченных штрафах ГИБДД. На портале проверка и оплата займет всего пару минут. Госуслуги. Проще, чем кажется.